плаще держу куклу. Алло. Скорей, скорей. Где мой ватряк шестой? Стоп, не понял. Где Вольтрек? Где? Где он? Кто его взял? Да еще и без спроса. Так, стоп. Тима, давай рассуждать. Он может быть в ящике со всеми Бейблейдами. Хотя чего он здесь будет, если я его еще не распаковывал? Под столом, что ли? Интересно, почему он будет под столом? А, может, мама его забрала там, где лежат конкурсные Бейблейды? Секрет нового поколения Бейблейдов в их энергетическом диске.
Он стал трехслойным. Какой же это трехслойный? Видишь, одна крышка. Маша, сейчас увидишь. Его можно разобрать на три части. Открываем белые защелки и нажимаем на черные стенки. И получается три слоя. Ну, я хочу сказать, это круто! На этой части изображен аватар Вальтриека, бронированный рыцарь. И называется эта часть Гатинка Чип. Средняя часть Layer Weight, то есть вес слоя, и он выполнен из металла с утяжелителями. Это основа слоя, и здесь расположены атакующие крылья Вальтриека. В этом силовом диске рамка не снимается, как у Вальтриека V5. А еще есть подвижные детали. В бою эти крылья раздвигаются, и они наносят дополнительный урон сопернику. У драйвера ребристый наконечник и при этом пружинит. Вот как изменился Вальтриек 6 по сравнению с Вальтриеком 5. А давай их сразим и посмотрим, кто сильнее. Только чур я играю Вальтриеком 6. Идет! Ну, сейчас посмотрим, на что способен Вальтриек V6. 3, 2, 1! Ого, какая скорость, такие круги! Ну и кто же выиграет? Мне очень интересно. И мне, и что? Почему столкновение так тихо? Ну и кто же выиграет? Нет. Давай, Вальтриек 5, не победи. Ничья! Тогда еще третий раунд. Давай. 3, 2, 1, чего? И столкновений нет. Какая скорость. Ну и кто же будет? Давай, легче стоит, нас так много. О, вот это неожиданно. Но зато я выиграла. Ребята, а вы как думаете, переигрывать?